Вот такое мороженое мы сегодня купили. Это большая упаковка. Видите, вот какая она большая. Надо сейчас измерить, сколько она в длину. Вот. Мороженое 27 сантиметров длиной. Вот такое здоровое. Это алматинский пломбир. Ну, не знаю, насколько он алматинский, потому что какой раньше был пломбир, там это действительно было мороженое. Изготовлено мороженое в поселке Алгабас. Это Карасайский район. Конечно же, Казахстан. Мороженое пломбир, состав молоко цельное, молоко обезжиренное цельное, сгущенное молоко с сахаром, сухое обезжиренное молоко, вода питьевая, сахар, песок, сливки, жир растительный, стабилизатор, эмульгатор, Е466, Е471, Е412, ванилин. Так, интересно, сколько здесь его? 2 килограмма, так получается, вот 2000 миллилитров. Да нет, не похоже, что это 2 килограмма. А вот 800 грамм, масса нет, а 800 грамм. Мороженое тает, я не скажу, что сильно жарко сейчас, но мороженое уже подтаивает. Сейчас посмотрим, что там внутри. Вот мороженое я раскрыла. Вот такое оно. Конечно, тает очень сильно. Как его есть? Наверное, в креманку сейчас выложу. Вот мороженое я выложила в креманку. Ну, снаружи оно, конечно, подтаяло. Вот, подтаявшее. Сладкое. А здесь вот оно вот такое. Вот такое мороженое. Нет, это я вам скажу, это не пломбир все-таки. Какой пломбир был в советское время? Это не пломбир. Когда пломбир ешь, он прям вот жирность чувствуется. Такая маслянистая масса. А здесь даже, мне кажется, эти мелкие-мелкие льдинки. Ну, в принципе, неплохое мороженое. Ну, я вам скажу, не, ну, это не пломбир. Ну, как вот, когда жарко, вполне можно его покупать. Спрашиваю, это муж купил? Спрашиваю, сколько стоит, он не помнит. Говорит, я общую сумму заплатил и все. Поэтому насчет цены ничего не могу сказать. Но я думаю, оно не сильно дорогое. Вот такое мороженое. Надеюсь, мой отзыв вам пригодился. Всего вам доброго. Заходите ко мне на канал, ставьте лайки, подписывайтесь. Будет еще много интересного.